Матей, хотелось бы немножко вернуться в Прагу. Вот всех интересует вопрос. В конце, после овертайма, состоялась словесная такая битва между вами и соперниками. Если не секрет, о чем вы говорили друг другу и что советовали? Да ничего не советовали, просто о жизни поговорили. Это, как обычно, в игре случаются всякие моменты. То есть они были недовольны силовым приемом, который Максим Чудинов в конце применил. Поэтому состоялась небольшая перепалка словесная, но это часть игры, неотъемлемая, поэтому все случается. А сложно играть именно вот с европейскими командами? У них другой хоккей, нежели у других клубов, либо у российских клубов? Ну, я бы не сказал, конечно, сейчас любая команда упирается, бьется, борется и за выход в плей-офф. То есть все хотят набирать очки, поэтому любой соперник, кто играет против нас, всегда настроены на борьбу, на жесткую борьбу, поэтому не было сюрпризом. То есть мы знали, что у них команда довольно-таки хорошо играет на данный момент. То есть, у них много ребят, которые могут забить. И, в принципе, все хорошо катаются и владеют шайбой. Поэтому игра состоялась такая напряженная и довольно-таки зрелищная. По завтрашнему сопернику нашему уже разбирали, уже смотрели, может быть, вы где-нибудь интересовались их игрой? Нет, в принципе, мы играли одну игру дома против них, поэтому мы знаем, что как они будут играть. То есть, естественно, будет много борьбы опять-таки. То есть, как вы видите, поляна здесь маленькая, североамериканская, поэтому время на принятие решения не будет очень много, поэтому нам надо заранее знать, куда мы будем отдавать пас и что делать после этого. То есть друг друга поддерживать, может быть, короткими передачами или переводами на другой фланг. А так, в принципе, побольше бросать и побольше нацеленность на ворот. Ну, то есть игроки, которые имеют опыт выступления именно на североамериканских площадках, здесь должны сыграть лучше, я правильно понимаю? Ну, вы понимаете, это команда играет. Естественно, кто играл в Северной Америке какое-то время, естественно, знают, как и что делать. Поэтому я как бы ожидаю от этой игры много силовой борьбы и много бросков, то есть на ворота. И, естественно, то есть игра будет быстрая и такая комбинационная. А в Братиславе вы очень хорошо болеют. Завтра ожидается аншлаг. Не будет ли это еще давлением каким-то на команду? Да нет, я не думаю. То есть очень приятно играть при полных трибунах. То есть поэтому я думаю, это только подзадорит нас. Будет хорошая атмосфера и хорошая игра. А в большинстве когда забросим? Я думаю, скоро. Работаем над этим каждую тренировку. Поэтому вчера было много моментов, чтобы забить, но не получилось. В этой ситуации что надо делать? Только продолжать работать и продолжать бросать, идти на добивание, и голы будут.